физически я не могу, ну, ни ДБМ не пишет, на кого он летит. Так бы я говорил, вот, допустим, вылетел дух, вот, сука, и бы сказать, на вас летят духи, и вы бы отбегали, остальные бы чилили, блядь. Но такого нету, не пишет так ДБМ. Я бы прям вообще кайфовал, если бы он еще метки вешал, на кого он летит. Ой, блядь, кто бы такой ДБМ придумал? Может быть, такое возможно, но это надо посидеть, код прописать этот. Уж если про... ГМам написать, придумайте такую тему, Ох, да, чтобы вешалось. ГМы нахуй это не пишут. Это надо программистам, блядь. То язык это знает, на котором аддоны эти пишутся, блядь. Да там о язык там разобраться, блядь, не ходим. Ну вот, типа, вот кто это возьмет, блядь. Нихуя вы как людям сделаете жизнь простую. И то нахуй их будут хлопать, пока до этих духов. Ну да. Так, в смысле, метки на духов, чтоб ставились? Не на духов, блядь, а на тех, на кого эти духи ебаные летят. Потому что А-а-а. ты не ебешь, летит он на тебя или нет. Поэтому вы хлопаете, думаете... Короче, я, блядь, ну вы поняли мое настроение, блядь. Просто это пиздец, ну я не знаю. Я объяснил вам. Вот каждые 10 секунд они появляются, вы делаете то, чтобы они никого не хлопнули. И все, и сразу босс убивается, сразу, он простой. Это проходной босс. Тут трэшик немножко, который глаза мозолит. Все, его свечите, он падает, он быстро. Кстати, подскажи, Патриш, на второй фазе он поочередно с разных сторон или он рандомно с разных сторон выходит? Первый может с Поочередно. любой, первый может с любой выйти, или с той, а вот потом, если с одной вышел, то будет следующий уже с другой, и потом поочередно. Все, понял. Немножко ответственности включите, и мы пойдем дальше, потому что, блядь, это уже, я не знаю, вроде бы лбы такие, вроде бы все дамажат. ДПС есть убить. Чучма я там позвонил, нет? Да какой корвалол? Мне бы кто корвалол дал какой-нибудь. Да я еще устал. Завтра выходной, послезавтра. Просто себе вот раздуплите вот эту тему, то и хлопал. Я ваши ники запомнил, блядь. Летят доты, кто там еще был? Сука, забыл. Фильме. Вельми У их. тебя вроде я слышал в блокнотике есть специальный для Третий. каких ников. И третий кто-то. Кто это был-то, блядь? Кто третий был? Я позырю. А вот хирургия. Надеюсь, вы не будете больше хлопать. Вот видишь. У тебя еще почему-то их вместе записал, а мне отдельно. Он типа посчитал, что я сдох, что ли? Или я тогда сдох, не помню. Чума я подошел, не? Либо, короче, хаваем. Я походу несколько раз уже его ставил. Это по контролю совы. Как контролить? Расскажите мне, Эльми, как контролишь? Уруру таргет равному сойру, знаешь, макрос? И панельки рейда есть у тебя? Какие буду стандартные или хербот какой-нибудь босс? Есть какая-нибудь хуйня вообще? Вот. Вот. Ну там у тебя квадратик вешается, все видно, да, вот эту хуйню. Ну, в плане в хилботе на человека Опа, вешает. видно. Вешается, да? Да. Этот таргет Через равному фрейм. сойру. Таргет равному сойру не юзаешь? Или ты тыкаешь просто там, ну, какую-нибудь кнопку назначил, какую эту левую, там правую, и shift левую, shift правую, как-то так. Ой, Я ох. ручками выбираю. Я тебе, смотри, что скажу, открой тоже вот гостиную, вот тебе макрос. Вот. На какую кнопку у тебя смерч стоит? На удобную, да, самое главное? Назови там F1, F, Q, E, RT, на какую стоит смерч? Вот, короче, вот этот вот воткнешь макрос, cast target равному сойру, смерч. У тебя будет, ты вот, я вот, допустим, тыкаю T, да, английскую, и навожу просто мышку. Я мышкой не тыкаю, не выбираю, то есть я не делаю два действия, я сразу тыкаю. И у меня челик, еще не появившись в контроле, он уже с вихрем. То есть я спамлю эту кнопку спокойно. Вот попробуй так, должно быть попрофить. Не то же самое, Эльми, слышал? Да, слышу. Ебанись этот макрос. Главное, удобная кнопка, и чтоб мог ты выбрать. Так, все, вроде Ну, чума он мне так подошел. на кнопку стоял. Ну, давайте еще разок. Так тоже бывает ерунда, когда ты по хилботу будешь спамить эту кнопку, а человек
дальше находится, чем ты, и ты не видишь, где он. А по хилботу Но ты спамишь. в этом плане, не знаю, как хилбот, но Вуду показывает и стрелочку, и серым делать, если ты далеко. Плюс еще Хилбот не показывает. хилбот не показывает. Поэтому Только хилбот воду. сосет ногу, а Вуду номер один в мире аддон. Всем это говорю. Так что потом качаю Вуду. Ну, Хилботи серые становятся цели. ну он серым, но он херово видно, короче. Ну, Вуду ладно. в этом плане получше. Ладно, это между делом. Давайте все готовы, да что? 5, 4, 3, 2, 1. Господи. Контроль, секунду. Уход в тень, ускользание. Basic, соответственно, разгоняем. Играем на максимум. Вот те, кто трэш бьет, вы не просто стоите там его бьете, вы еще и леди должны бегать бить. Имейте в виду. Я, конечно, догадываюсь, что кое-кто там думает, что это не так. Но вы ошибаетесь. Да, максимум здесь отдачи на этом боссе, иначе из них делать. Короче, смотрите, побольше по боссу поиграем, еще секунды три поиграть. Сейчас контроль, через 7 секунд. После этого трэша будем переводить. Все, трэш уже почти зерганулся. Контроль даем. Жуки убили. Ничего страшного. Так, обновляем контроль. Шот-ваншот. Жуки сталку юзаем. Хуярим. Каску лампу приставал, фул по боссу хуярим. Потом моба добьем. Ну или задотать его. Переводим, 5 секунд есть до выхода трэша. Успеваем. Дед Мороз, беги к боссу. Беги, беги. Все, теперь в трэш пошли. С кружка трэш. Все в трэш повернулись, убиваем. Станы, фул ДПС по трэшу. Духи первые появились, Дед Мороз. Давай. Контролим людей. Духи появились. Все, моба, заклевайте мики. В мобе дух. Великий, бежим. В центре дух. В кружке дух. Бежим. Духи каждые 10 секунд, не забывайте это. На следующих духов давай. Не зыбко этот самый. Дем. В ромбике 2 духа. Бежим. В звезде 3 моба. Фул ДПС по ним. Все сереет, никто без исключения. Ярим. В центре дух. В ромбике. Что это было? Контролим. Spirits. Два духа возле трэша. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Беги, лок или кто это. Угу. Бьем леди. Значит, Spirits. Эльми, Реса и Блефа. Духи, бежим. Миризона полностью бежим. Бежим к кружку. Двигайте босса к кружку. Там будет следующий трэш. Эльми, Реса. Реса и Блефа. В центре дух. Возле кружка дух, бежим. Вы это все видите, да? Трэш, внимание, все в трэш. В центре дух, бежим. В леди бежит, Мелизона бежим. В трэше дух, бежим. Блефу щиток. Контроль даем. Контроль срочно даем. Дух, возле леди, бежим. Прожимаемся. Массакры, хэпалы, давайте по КД, короче. Все, захиливаемся. Дух возле леди, бежим. С двух сторон от леди дух бежим. Миризона полностью бежим. Все, двигаемся.
Все, каску лапа приставав, вот я лапа, остальную всю хуйню дайте по роби. Духе 2 в робике, бежим! Сука, бежим, Элизона, бежим, вас бежит дух, бежим! Не стойте никогда, вот. Вот секунда передышки, дух, в звезде, вот в трэше дух, и бежим. И в кружке дух, бежит в центр. И хуярим. Все в трэш свичнулись, дали туда уе. Дух с двух сторон от леди, контролим, быстро расфиалис его. Быстрее, быстрее, на выживаемость играем. Никто не падает. Хуярим трэш. Трэш заешьте. Быстренько. Диспелим всю хуйню. Все, леди играем. Захиливаемся на фул. В это... Вот. Новые духи. Лестница, два духа побежали. Мелизон убежит. Быстро, быстро, быстро. По съебам. Съебам далее. Новые духи, секунда. Spirits. Духи в центре, два духа. Съебались все с центра. Быстро, 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 на 30 метров. Телепорт Долоран. Сейчас выйдет трэш. С кружка Spirits. Вышел трэш. Духи появились. Не вижу где, где-то там, блядь, за спиной у меня. Забирайте мобов. Дали звездопады, всю хуйню. Ох ты, сука. Я звездопадом убил, походу. Так, бежим. Трэш на уешили. Так, я этот, уруру ресай вот скуку, я казика, духи в ромбике, я казика ресаю, готовьте щиток. Какая-то, фулбаф быстрее, дал лапку, все, дамажим дальше. Типа, блять, кто-то хлопнул, инвайт, блять, захиливаемся. Ты видишь, ты, ну, бежим. Он прям передо мной появился, ничего не мог сделать. Бежим в ромбике, дух, бежим. И в трэш все. Сейчас там агро немножко наберет. Контроль даем. Быстренько, быстренько контролим. Блять, гурлок где? Дух, бежим. Контроль, контроль, гурлок сейчас. Хилим. Гурлок убил. Ничего страшного. Spirits. Да, не сильно много пользы все равно. Ярим. Димикс, контролишь луны. В центре два духа. Бежим, Элизона в вас бежит. Бежим, Элизона. Бежим, бежим. Про дамаг забываем, когда духи появляются. Трэш 7 секунд еще. Spirits. Дух прям перед леди. Быстро Элизона посъебав оттуда дали. Леди туда прям в духов ведут. Вот трэш сейчас выйдет. Сейчас они исчезнут и новый дух через секунду. Контроль даем. Контроль быстро, быстро даем. Быстро расфирали. Дух вот, вот здесь появился. В трэш идет. В трэш идет два духа. Контроль обновляем. И после контроля, вот после контроля же фулл ауе даем. Духи с двух сторон. Центр и ромбик дали. Фулл ауе дали. Диспелим проклятие. Сука, димикс, блять. Уруру хоть ты помогай. Духи новые появились. Дух прям два в трэше. Два в трэше, сука. Не зыбку какую-нибудь быстро. Гим на хп. Вот скука нахуй. Гим на хп. Быстро, быстро. Сейчас подохнут нахуй весь рейд. Кьюбаный в рот. Бежим в леди. Два духа. В Мелизона. Бежим. Посъеба. Быстро. Ну вы видите зеленое говно. Летит прям в вас. Ёбаный в рот. Еще один трэш убьем, в звезду веди, контролим. Контроль раздаем, гурлок, выйди из-за колонны, сука, не достаю до тебя. Блять, духов два вокруг меня. Ой, блять. Бежим, ебаный в рот, в звезду беги, контроль обновили. Босса в звезду веди, еще трэш пачку бьем, внимание, слышите, нет? Два духа в звезде и с лестницы. Рейд, в звезду пришли, убили трэш, прием, слышно или нет, сука, что я вам говорю? Быстро зауешили это говно. Леди, веди сюда. После этого трэша добиваем только леди, захиливаемся. Массакры, незыбки, все по КД хуйню отдаем. Массакры КД минут. Все, похуй тогда. Леди играем, духи с двух сторон, кружок, звезда, блять. Леди за петом бегает, блять. Похую вообще. Контроль даем. Не хлопай, сука. Кто это? Дракон нахуй. И Домцова, блять. Хорошо я это... Незыбку отдал. Хорошо под незыбкой были, блять. Все, хуярим леди. Духи в леди бегут, две штуки. И новые появятся через секунду. Хуярим леди. 4 ляма, нахуй, работаем, блядь. Ёбаный в рот. Все, добили эту ебаную дуру. Сука, оказывается, есть будущее в рейда. Не, так-то вообще неплохо. Даже не с 10-го раза, да? Да канаху с 10-го, если, блядь, вроде бы, блядь, играть умеют люди. Вот видишь, даже, блядь, убили босса и духи, то их убивают, блядь. Видишь, как расслабляются. Немножко надо сконцентрироваться на боссе. Это, телепорт, там возле телепорта мобы будут с флагами стоять. Вот их пока бейте, дракона не пульте, сейчас я, блядь, пухи разберу. Вот это говно будет кто-то собирать.
вот эту хуйню. Будет это собирать. Так. Казик, ты где? Блять, куда ты вышел с инста? Димикс. Димикс, ну ты ярдру. Гурлок, сколько? Если надо кому-то, пускай забирают. Там вон шипешники, наверное, гурлок, наверное, я думаю. Это что такое? Что? Это, говорю, что такое? Это делать палку легендарную. Ну вот сколько в следующий раз распишите. Так, шапка на танка. Чё, чумая, переходишь к нам, да? Вот. Блять, а вот с леди когда-нибудь падала шея на реплика, блять? Я ее не вижу уже нахуй 3 месяца. Да. Бывает, падает. Могу я кинуть ролл на шлем? Ты можешь просто его забрать, и танк. Вот, Димсу. Просто я же, по сути, на твине, поэтому... Похую. Спрашиваю. Ты исполняешь важную роль в рейде. Сейчас подумаем, спасибо, как дальше идти. Тут, короче, сердце и кол, да, переработали. Меткость РП, я смотрю, тут 48 меткости, 48 РМП. Блять, кому это... Короче, рога, это я хирургии дал, вы там между собой 4 порешайте, кому эта хуйня нужна. И вот это, чтобы я там не заебывался. И вот эта хуйня надо кому-то? Только вы раздуплите между собой этот кинжал, кому он нужнее будет. Так, дракон, на тебе этот лук. Все, пошли дальше. Сейчас я, блядь... Подождите, не пульте только дракону. Сейчас я к вам протонусь. Слава богу, я думал, блядь, будем вайпаться. Все, побежали дракона бить. Все, время не ждет. Хуярим, работаем. Дальше все простое. Короче, что я хочу сказать, Димикс, ты вообще у меня травму спиздил в прошлом рейде. Сейчас я отойду, короче, ребята, это, пару секунд в ресницы у вас попало. Сори, это самая маленькая такая ресничка, такие большие проблемы. Ой. Короче, Бескнайт. Короче, в пушки пойдут, значит, жуки. Сразу говорю, там, блядь, не занимайте пушки, жуки. Потом кто? Потом инвайт, и потом, короче, эльми, и потом пойдет, тоже пойдет, блядь. Какой-нибудь лок киньте, кто урол выше кинет, тот с вас пойдет. Остальные все. Все берут ранцы. Разрешаю ранцы не взять, а Салину и Казику. Вы, короче, на нашем корабле с кем будете? С Демсолом. Демсом на нашем корабле. Дед Мороз туда танчишь, летаешь. Значит, и РДДшники. Ну, короче, с Бэскнайтом не хочу состязаться. Он там супер крутой. Это РДДшники. Это будет... Состязание, короче. Кто меня передамажит по общему урону. Подожди, я без пета сейчас буду. Не забывай, я ж БМ. Хорошо, если передамажишь, я тебе выигрыш не дам. Все, проверка. Может, и дам, 100 голды. Какой выигрыш? Сейчас. Так ты меня не сажаешь пушку в этот раз, да? Слав, а хилы где стоят? Все хилы, стоите где хотите, надо будет хилить этого. Вон звездочку поставил, он будет туда летать. 3 мага, я думаю, выдержишь. Там посмотрим по стакам, в принципе. Доты тут. Пета там призвать, наверное, можно. Короче, доты нету, нет, похую. Поехали. Богается. Поехали. Это, и чтобы... Не падайте с кораблей, потому что это супер позор. Это как то же самое, как на духов на леди хлопать. Уставьте себе ранцы, одевайте сейчас, пока бой не начался. И ставьте себе ранец на удобную кнопку. Чтобы если вас вы с пушки вышли, если не дай бог вас скинет с корабля, вот, будет мега хуево. Поэтому держите всегда на единичке, там на F1, не знаю, на какой-нибудь кнопке, чтобы вы могли быстро вернуться на борт корабля. Своего, нашего, неважно. Ну не упасть вниз, как дно. Иду ко дну. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите
Вот. Давайте дамажим. Пушка одна не стреляет. Ну так сядьте кто-то, блядь, быстро только. Все, лети туда, Дед Мороз. Видишь, маг уже, тебя еще там нету. Все летим сюда и все, фул тут хуярим. Когда маг появился, в приоритете мага хуярим. Колдуна. Чем быстрее мы его разъебываем, тем быстрее пушки их херачат по кораблю. И вообще, пушки, что за херня с дамагом у вас? Вы прочитайте там способности. В первую очередь уже ников зергаем. Потом всю остальную парашу. Вот эти вот, которые ракеты пускают, это не страшная хуйня. Вот эти ружейники, они щитки хорошо сносят, ДЦ-шные. Хуя вы там дамажите, нахуй я с вами вообще соревнуюсь? Как вы, что вы делаете? О, колдун вышел. Я нахуй еще на мурдине накручу. Думаешь, ты один такой хитрый? Ха. Он уже Руру обогнал. Все, маг вышел, мага хуярим. Пехота, сержанты, мортирщики, заряжай. Хуя он выкрикивает команды, да? Это как на леди с духами. Дух лево, дух право, бежим на пул, массакра, да? Вот это все хуйня. БР, сука. Перегружаешься командами. Я просто выбрал либо накидывать лунные огни, либо херачить. Этим лунные огни накидываешь, тебе откатывается быстрее звездопад. Вот сейчас откатится. Оп, звездопадик. Там танк, танк пишешь, там что просто. А, съебываем, съебываем. Давай от этого мага, терпи, короче. Вот этого мага, блядь. Кинь зубы на него, вон зубы вроде есть. Хуярьте мага быстрее, вы что делаете? Он незыбку дал, 5 секунд незыбка. Мага, мага, быстрее, быстрее, быстрее. Скажешь, как закончится, свою отдам. Давай какую-то хуйню ему. Да, давай. Отдам. Хильте, хильте, хилы его. Все, мага убили и улетаем нахуй отсюда. Уебываем. Бля, сколько магов было, не считал. И при этом... Все, все. 3 или 4 было, 3 или 4. Блять, покрутил ДПС, да? Покрутил. Нормально. Но при этом продолжаем дамажить, не чилим. Вон. Вот я залез на шип, ярил. Ружейников этих разъеб... Не должны фуловые стоять. Мне интересно, сколько шипешники на ребре дадут. Ой, блядь, на сурке. Полетели. Мага бьем. Все, он там уже скинул. Херачим. У сурру одинаково, но шипешники там мощнее херачат. Да, там топ-1 ДПС будет. Хант и опаки, блядь. Ну, наверное. Здесь сейчас пойдем с переплюсь, перекинем, припрыгиваем. Я, короче, шипешникам своим дал 264-м 19200. Мне интересно, даст ли кто-то больше. Какой шипешник? 264-й. Там 4Т4, 245-й. Неапнутая. Это ты в хэм, да? Да, на хэм. Сейчас я посмотрю, сколько я на своем шипе выведу. Мага хуярим. Чем быстрее, тем лучше, и все. И после этого просто уже резвимся на корабле, там уже пушки добьют нас, протанет отсюда.
Я ровно 19 дал на своем шипе. 268. Ну вот видишь. А у тебя випка какая? У меня. Блять, сейчас скажу, я не помню. 28. Ну нихуя, ты еще получается. Это 5%, да? Мне 4%. Ну ты видишь, получается, тебе учиться у меня надо. Ну да, я на шипы плохо играю, наверное. Да там. Там, по сути, что, я поставил, у меня чарки раньше были, вот которые там были, 200 ТГ на ШПшника, а потом я поставил на хосту и вторую 120 СПД, вот эту вот, которая прыгающая. Ну, у меня там только 2 ТТГ шмотки, одна СПД, другая на крит. Ну, вот видите, будем ТТГ ходить по КД, будут все в топовых шмотках. Я там обычно... У тебя випка 28, ты говоришь, 4%? Не, это у него 27, у меня там, по-моему, не, 20, что ли. Не 4%. Mm. Так, позырим, что выпало. Это тебя мало видно на острове Фукс. Да, редко бывает, там квесты делаю. Два дня, когда работу не делаю. Плащики. Плащики. Так, вот если один дракон, то второй кому? Кому-то надо еще? Есть только на уф. Так, жуки и инвайт. Так, ну как с вами распределить? Это как-то между собой порешаете, да? Или как? Или жуки отдать? Что? Отдавай жуки пока что, да. У меня оружие приоритетом, чем шмот. Так, вот это вот секира, смотрите. Надо кому-то. Да-да-да. Кому надо? Блеф. Кроме блефа никому не надо, да? Так. Ну это роги и ДК. Это не шаманские секиры. Так, насчет ДСика. Сразу, чтобы вы запомнили, как у меня это... ДСик я закидываю. И вот эти токены, которые с обычек, из геры обычные идут, они тоже идут обмениваться на ДС. Вот. И в дальнейших рейдах будут, которые... Т4 апаются, это 271, которые 3 ДС требуют, они будут с ГП выдаваться. Вот, ну так как мы что, только второй раз сурка с вами будем убивать, потому что ДСиков пока не подкопилось, поэтому немножко потерпим. Ой, чуть себе сколько кто не спиздил, прикинь, у меня такой квест есть. Я бы спиздил. Прикинь, первый был бы с 50. А ты что хочешь, и по ГП систему сюда в этот статик? Да, да, воткнем, конечно. Ну там, там это, нюансы в плане того, что вот кто там редко. Короче, это все обговорится. Там, блядь, никто в обиде не будет. Самое главное, чтобы рейд был. Чтобы вот этот рейд был, и обычки будут. Так, сурок. По сурку все знаете. Ренжа там, блядь, 12 метров. Танк первый Дед Мороз будет. Гераспула все как всегда. И трэш. По трэшу смотрите как. ШПшники там накручивайте, локи накручивайте, совы накручивайте, это, все играйте хант, роги, я хуй знает, не обязательно прям выбрать моба, бегать за ним и хуярить, хотя бы какую-то тычку поверхностную, давайте, чтобы был какой-то, хуй знает, ну, из 10 пачек трэш, хотя бы там 100, там 150 тысяч, чтобы вас натикало, потому что вот этот командный эффект, он будет играть, если мобы будут вырастать, будет хуёво. Ну, типа, я видел рейд 550 тысяч ДПС вот на этом сервере, и они падали просто. У них там 6-7 меток, они в конце там падают. Босс захиливается от меток. Потому что каждый удар трэша, он регенит боссу энергию. Но энергия сотка — это метка. Энхи там, смотрите, как-то посторожнее, у вас какая-то хуйня там, сильная агро или что. Ну, Казик, соответственно, знаешь, как нестойки, знаешь, как играть. О, чё там? Ну и хилы, ДД-спек у кого с вас есть? Одного хотя бы. Такого более-менее. Чуть. Слав, я сурка танчил тысячи лет назад. Напомни, меняться там на каких там, моментах? Там будет, выберешь цель танка, на него кровавая руна повешится и забираешь. Угу. На тебя повешится, он заберет, и все, и повторяешь. Все, понял. Ну, а в перерывах, соответственно, увидел моб, там убежал далеко, грипнул. ЛПшечкой и закинул у него там. Ну, это само собой, да. И все. Давай чумовая спека, если хули. Потому что у них там, скорее всего, нету. Пекайся. Так, вот рыба. Мне прям... Я давно с собой не дамажил, что сейчас я, блядь, все выпью, тут съем. Всякие банки. Прям, блядь, въебать.
Что ты, Лингрен, тут еще зыришь? Все, ушел. Я РБКшку добегаю. Ой, хорошо, хоть леди убили. Полирольки фармы. Ну ничего, смотрите, сегодня что, у нас понедельник, завтра продолжим. Кто может, то не может, то новый придет. А, у нас вторник сегодня, да? Подожди. А, это ночью у меня просто. Понедельник, понедельник. Сегодня понедельник, еще, понедельник, да. Еще. Еще, значит, мы во вторник собираемся и доносим, что там можем по максимуму. Вот, так что это приходите. Хотя, может, у кого-то какое-то РТ, я там не знаю. Вроде у Чумовой там что-то какое-то РТ, да? Ну ладно, да. Ладно, посмотрим, что как будет, не знаю, сейчас, что у нас еще час есть, может там еще полчасика, короче, запускаю ебаного босса. Пока босс пиздит немножко офф-топиком в рейде, у меня просто ебучее дежавю, потому что я тоже начинал то ли дедет, то ли хилом на офе играть, потом мне просили чуть-чуть помочь потанчить, я потанчил, блядь, с тех пор я мейн-танком у гильдии был и играл несколько дополнений на ебаном ДК. У меня такая же хуйня, я дохуя ДКшника прошел. ТТГ 25 не было, еще мы только ГМХМ закрыли. Мы сегодня, если типа не собирались бы, ну если бы вы не пришли, если бы... Да и то народу не было, типа у тебя еще 5 человек, ну смотри сколько профита. Мы бы ТТГ пошли, ну если бы он собралось, конечно. Типа вот там, если упремся в каких-то там, не знаю, проф, лану, там, блядь, час останется, может ТТГ пойдем. А если бы я был на своем дере, еще бы его и Джани вареник порвали. Ага. Чем порвали? Ладно, ладно, я немножко хвастаюсь, я уж так. Ну вот два тухлых, валю, ну ебануть. Блять, на валю что ли первый сходить? Бой 5 секунд приготовились. Ебать. Самый важный бой в жизни. Все, я молчу нахуй. Гера. Гера, где шаманы? Жуки вставалку, инвайт вставалку. Говорил что-то вам там, блять, поосторожнее как-то играть с трэшем. Не знаю как, я типа не шарил, но я видел, блять, что Нэнхибаду ПКД. Жуки, где вставалка? КД, ну, блять, лежи теперь. Вельми, ресы, жуки. У нас реворка, основной удар, блять, он идет этот самый, а уешный, ничего не можем с этим поделать. Ну что-то я не знаю, надо делать, стопать, я хуй знаю, что-то в эту хуйню придумаю, потому что, блядь, отбегать, я хуй знаю, что-то делать надо, короче. Ну, видишь, ну, просто, ну, мишки. Ну, вот отбегал, как бы, понятное дело. Еще и сову ебанула. Я посмотрю, сейчас, если мы вайпанемся, я посмотрю, кто не играл, я буду вас хуй сосить, короче, готовьтесь к этой хуйне. Ну ты имеешь в виду, кто в таргете был? В таргете был Сурфанк, это я тебе могу так нет, сказать. Нет, я не нахуй сейчас за это говорю, я говорю уже ДДшника. Потому что если людей убивают, блять, это значит мы не играем по трэшу. Его надо убивать быстро. Потому что если этого не делать, блять, нихуя на этом больше делать. Давай, DMX срезай там руру. Все далеко от него. Давай, дамаж дальше. Каску, ладно, пусть там. После трэша уруру яснишь инвайта. Попробуешь еще раз. Попробуй от сейва поиграть, чтобы не сдохнуть. Может как-то получше будет. Да не, я просто пока стоп призыва буду стопать по Нарбуре. В общем, да, в общем, что-то придумает. Да надо. Да админы ебаные, блять, хуету придумают, как всегда. Каску от 300 баф. Шаман.
4, 3, 2, 1. Еще, господи, господи, заберите, помогите, нет. Так, и это, частицы хуёво, короче, пиво на себя. Ну, а кирезает лучше на доты повешай. Там физ урон идет, казик не сдохнет никак. Не, пиздец, дубовая КД. Заберите, заберите, ёбаный рот. Пиздец. Спасибо, блядь, 22к было. Звездопада вроде не было, нахуй был в КД. ДПС залупа, конечно. Для того, что падали. 4, 3, 2, 1. Трэшик, трэшик, еще активнее. Сова сдохла, которая... Вот, шотает челика. Я сейчас буду смотреть. Сейчас, если выпадемся, я посмотрю. Видишь, уже полрейдер. Все, уже нечего делать, можно падать. Все, падайте, нахуй. Ну, не, в принципе, можете попробовать, я хуй знает, если вы добьете. Но там сейчас раз, два, три, четыре, пять меток дамаг получают. Типа 13, 13, ну пусть пробуют. Вот незыбка. Че еще там есть? 4, у второго ДК есть незыбка? 2, сейчас 5 1. Секунд. Че, давай вторую. Съедят, съедят. Съедят, конечно. Да нахуй. Залупа ебаная. 10 лямов. Сейчас какая-то метка просто щелкнет и все, он отхилится. Да, кирезает легла, все. Минус хил. Все, им посыпятся метки. Я сейчас посмотрю нахуй, кто играл, кто нет нахуй. Че это получается? Пиво и лучезара. Лучезара высохла, пиво высохло. 5 лямов, 4 ляма. И танк у нас один мертвый. А, шопер сами, секунда точнее. Кринж, видали? Ну что? Типа, вот это максимально позорное говно, блядь, что я в своей жизни видел, блядь. Теперь, чтобы это сделать, чтобы так не было, ну, надо играть по-другому. Давай теперь смотрим. Ну, Эльми, блядь, не успел там нихуя набить 200 тысяч. Энхи, нахуй, no comments, нахуй. Вот, непосредственно уруру. Кровавое чудовище, что там, 600 тысяч, нормально. Жуки, тоже сдох, 400 тысяч ебанул. Доты, 370. Вот, скука, 400. По ревит 350, чумовая 620, войд 320, хуёво, да? Так, дракон 97 тысяч, ловикойл 380. Опа, нашел нахуй, трибан, как дела, братан, блядь? Расскажи мне, какой у тебя аспект там такой, что ты хуй положил на трэш? И от этого все падают. Мы же договорились как-то командно сыграть. Гурлок 190 тысяч. Ну и блеф. Красава. Пятое место. 760. Гнестойкий. 380. Казик. Чё это? Это 200, да, тысяч? А больше не получается у тебя там? Они разбегаются? Неудобно? Ну и Асалин, соответственно. Чё, у тебя тоже никак, да? Не выходит. 30 тысяч, ну, обыск на это еще не посмотрел, 580. Ну вот, Асалин, Трибал и Казик побольше надо. Трибал вообще, блядь, ну, типа 6 тысяч. Типа вообще. Он просто... Расскажи, как за демона... Ну, никак. Ну, вообще, рассказать, стрелять мы любая хуйня. Вообще, любая хуйня, которая у тебя есть. Берешь и дамажишь. Ну, потому что, если это не делать, получается, что трэш, во-первых, вырастает. Вот.
Во-вторых, он приходит, убивает челика. В-третьих, блядь, я говорю, он, когда дамаг наносит людям, метки у босса, это увеличивается энергия за каждый удар трэша. Блядь, когда вот я людям объясняю, вот своей гильдии, ну, как имеется в виду вот тот рейд, который я вожу, я ему объяснил один раз, сразу трэш стал падать за 5 секунд. Он через 8 и через 10 секунд он вырастает. Он падает раньше, блядь, чем вырастет. Вот так надо делать. Плюс... трэш приоритет просто, и все. Трэш приоритет. Трэш появился, свишнулся, трэш убили. Вот это вот хуета там, как дамажить, блядь, меня вообще не интересует, нахуй. Ну, давайте не будем просто дамажить, так давайте сразу разойдемся. Мне просто вот это вот так вопрос стоит. Я вам сказал до этого, мы выпанулись по причине того, что вы хуй забили. Ну, не все, тут трое человек там. Мне кажется, надо лучше как-то сыграть. Надо трэш убить раньше, чем он вырастет. Надо, ну, сделать, чтобы все в него равномерно сыграли. Ой, блядь. Ну, я не знаю, я сказал вам, хуй знает, давай посмотрим. В этот раз так же будет, я просто выводы о людях сделаю. Для себя.